Ви дивитесь студію на репортері. Мене звати Василь Базавлук. Ми продовжуємо серію програм, пов'язаних з вакцинацією населення проти COVID-19. Тема сьогоднішнього ефіру – вакцинація вагітних. Будемо говорити про це завідувачем Одеського обласного перинатального центру Ігорем Рязанцевим. Вітаю вас, пане Ігорю. Добрий вечір. Сьогодні ми, як ніколи раніше, зіштовхнулися із зростанням числа захворювання на COVID-19 серед вагітних. У нас є відео з медзакладу, де лікують саме вагітних хворих на коронавірус. Я пропоную зараз нам подивитися це відео, прошу вивести його на екран, а потім поспілкуємось. Вірус стабілізований, стабільний, крайній тяжелий, дихання через трахеостому, апарат ІВЛ, сатурація 88-92 максимально, знаходиться на норадреналіні, давлення 120-110. Привіта не було. Дівчинка беременна, самостоятельне дихання плюс підтримка ніг, давлення держить самостоятельно 100-110, привіта не було. Ми побачили, що дійсно проблема, вона є. Розкажіть, наскільки критично воно сьогодні? Ви знаєте, ті цифри, які я зараз буду приводити, для деяких можуть бути не дуже значимими, але ці цифри завжди треба умножати на 2, тому що беременна жінка – це завжди плюс ребенок. За текущі 11 місяців неповних 2021 року в стаціонарах Одеської області, в частності в нашому стаціонарі обласної клінічної лікарні, пролічено 490 жінок. Основна маса, звісно, була пролічена в другому родинному домі, який є опорним, але 51 жінка пройшла через нас у лікарню, через наш родинний дом і через нашу реанімацію. К великому сожалению, 5 жінок умерли. Я хочу, щоб ви всі поняли, із 500 беременных женщин, которые обратились к нам, 5 умерли. Это 1%. Мы всегда привыкли сравнивать нашу статистику с цивилизованным миром. Так вот, я хочу, чтобы вы понимали, в Штатах они приводят такие цифры. У них из 15 тысяч обратившихся за медицинской помощью умерло 37. Это 0,25%. В Англии из 427 женщин, обратившихся за помощью, умерло 5. То есть наш показатель 1%, в Англии процент 1,17. То есть мы находимся на достаточно серьезной такой позиции, но эти 5 умерших женщин – это трагедия. Трагедия для семьи, для родственников. Основная цель нашей всей работы – это чтобы женщина, здоровая женщина со здоровым ребенком после родов своими ногами ушла домой. Это наша основная цель. Вот передо мной этот черный список, как я его называю. Ну, я могу на нем немножко попозже остановиться. А пока вот такие печальные, к сожалению, цифры. Звісно, статистика – це є важливим. За статистикою можемо звіряти годинники. Який взагалі перебіг хвороби у вагітних та як це може вплинути на плід? Ну, на данном этапе мы наблюдаем более тяжелое течение болезни. Из этих 5 одна женщина у нас умерла в марте месяце, а все остальные, к сожалению, умерли с 1 октября. Более тяжелое течение болезни почему? Потому что чаще и более тяжело она протекает, возникает кислородная зависимость. Вот из тех женщин 51, которые были пролечены у нас в областном центре, областном перинатальном центре, мы находимся в составе областной клинической больницы, все 51 женщина были на кислородной терапии. То есть они все нуждались, то есть более глубокое поражение легочной ткани. И были случаи, когда эти наши инфицированные женщины рожали инфицированных детей. Пане Ігорю, ну скажіть, чи дійсно вакцинація – це єдиний вихід попередити та полегшити наслідки захворювання на COVID-19? Так, да, мій взгляд, він категоричен і однозначен. Тільки вакцинація може предупредити і облегчити страдання. Вакцинація може предупредити смерть. Вона не може предупредити зараження, але вона може предупредити смерть. Це страшні цифри. Из 100 женщин одна умирает. Вы понимаете, это трагедия. И
я столкнулся с тем, что еще в начале пандемии у нас не было даже рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по поводу прививки беременных женщин. Потом появилась информация, что можно прививаться только после 20 недель беременности. Сейчас ограничений по срокам прививки нет никаких. Можно прививаться в любом сроке беременности и в послеродовом периоде. Нагадайте нашим глядачам, будь ласка, які сьогодні існують протипоказання до вакцинації. Противопоказание к вакцинации является только одно – аллергическая реакция в анамнезе на какие-либо лекарственные препараты. Но, вы понимаете, это должен был быть какой-то или анафилактический шок, или что. То есть, может быть, 0,1%, у 0,1% женщин, которые к нам могут обратиться за помощью, может быть, медицинское противопоказание. А остальное противопоказание в кавычках это неумение, а может быть и нежелание семейных врачей, участковых акушер-гинекологов, я обращаюсь сейчас к ним, убедить женщину в том, что ее может спасти от смерти только прививка. Вы знаете, все эти женщины прошли через меня. Ни одна из них не была привита. Вот из тех 500 практически заболевших, ни одна не была привита. Из умерших и подавно. Ну, кроме того, что они не привиты, они еще мало ознакомлены с симптоматикой заболевания. И все женщины, к сожалению, поздно обращаются за помощью. Тогда, когда уже наши усилия, к сожалению, не всегда мы можем помочь этим женщинам. Чи є сьогодні розроблений якийсь конкретний план, так би мовити, карта, як лікарі лікують саме вагітних хворих? Чи різниці між звичайними немає? Ви знаєте, є приказ Міністерства здравоохранения, останній, він вийшов в октябрі місяці. У нас є наш локальний маршрут пацієнта. И наших пациентов мы лечим обязательно совместно с пульмонологами, с реаниматологами. Четко прописаны каждое показание, на каком этапе какой лекарственный препарат необходимо назначать. Вот так. Повернемося до ваших, як ви вже сказали, чорних списків. Розкажіть нам трішки про це. Ну, смотрите, я хочу все-таки сейчас еще раз сказать. На данный момент у нас в перинатальном роддоме находится 8 женщин. Они все на кислородной терапии, трое послеродовых и 5 беременных. В отделении реанимации, которое находится в главном корпусе, находятся 2 пациентки, они находятся на ИВЛ. Одну из них мы родоразрешили позавчера, сделали кесарево сечение. Родился ребенок 1,550 кг, ребенок сохранный, идет на поправку. Мама, к сожалению, находится в очень тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. И еще одна пациентка тоже находится на искусственной вентиляции легких, но там срок беременности пока нам не позволяет ставить вопрос о родоразрешении, потому что мы должны понимать, что мы получим жизнеспособного и здорового ребенка. Этот список, это мой черный список. К сожалению, все пациенты, у всех верифицирована ковид-инфекция. Две пациентки были переведены из городских родильных домов. Я уже сказал, что одна умерла у нас в марте, а все остальные – это смерть октябрь-ноябрь месяц. Одна умерла от осложнений и произошло кровоизлияние в мозг на фоне ковид-инфекции. Все остальные умирают от полиорганной недостаточности, которая развивается на фоне ковид-инфекции и поражения легких. И, к сожалению, мы ничем не можем в этих ситуациях помочь, к сожалению. Чи залежить перебіг хвороби від штаму коронавірусу? Мы четко знаем, что штам Дельта, который сейчас у нас уже верифицирован, именно он приводит к тяжелому такому течению. Я владею еще информацией по женщинам, умершим по всей Украине, эта цифра уже подходит к 80. То есть вы можете представить, что это такое? Смерть людини – це одна трагедія, смерть мати та дитини – це подвійна трагедія. З появою вакцин та з початком вакцинальної кампанії загалом у світі з'явилося багато фейків, міфів, наприклад, що вакциновані притягують магніти чи роздають 5G,
А жінкам взагалі це противопоказано, адже вони не зможуть завагітніти. Проте вже є досить багато прикладів, що вакциновані раніше, вже вагітні, все добре. Скажіть, як взагалі з медичної точки зору вакцина проти ковіду впливає на дитину? Тобто, можливо, це вакцинація, вакцинується мати, а дитина від неї вже отримує цю... Ну, есть так называемый трансплацентарный переход, но это наша медицинская терминология. Я категорически развеивал и буду развеивать все эти фейки. Это все ложь, по-другому я это назвать не могу. Мы должны убеждать людей в том, что им необходимо вакцинировать. Да, это осознанный выбор каждого человека. Но если... Как говорят, стучитесь в дверь, и вам откроют. Да? Если мы не будем людям говорить каждый день и доказывать, что только вакцина поможет вам избежать смерти, только вакцина, больше ничего, то если мы будем это делать, то люди нас услышат. Вы знаете, я каждый день практически у меня есть консультативные приемы, и все беременные, которые обращаются, когда я спрашиваю, вам кто-то рекомендовал? Нет, не семейный доктор, не акушер-гинеколог. Мы чуть ли не каждую неделю общаемся, мы выпускаем дайджест-листы, мы проводим круглые столы, мы проводим телеконференции. И наши сейчас везде, на всех уровнях, все говорят о том, что только вакцинация может не предупредить инфицирование. Предупредить инфицирование может ношение маски, соблюдение дистанции и прочих противоэпидемических мероприятий, а вакцинация может предупредить летальный исход, может предупредить смерть. Все ж таки повернемось до ще одного питання. Якщо вакцинували мати, чи отримує дитина ці антитіла? Ви знаєте, к сожалению, у нас пока нет, по крайней мере, в Украине большого количества наблюдений, и мы не можем говорить, действительно ли ребенок получает эти антитіла. Но у нас есть случаи, и мы знаем, что это не вакцинированные женщины, у них рождаются инфицированные дети. Это однозначно да. Підсумовуючи нашу розмову, таке загальне питання. Яка, на ваш погляд, зараз з 4 вакцин, які є в Україні, найефективніша для саме вагітних? Ну, я понял. Вопрос, который мне все задают, вакцина, которая рекомендована и ВОЗ, и всеми нашими акушерскими ассоциациями, это вакцина Pfizer. Бояться не надо. Надо идти и прививаться. Дякую вам за такий конструктивний діалог. Нагадую, що в гостях студії був завідувач Одеського обласного перинатального центру Ігор Рязанцев. Дякую вам, пане Ігор. Спасибо, всього доброго. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь з репортером та до нових зустрічей.